Среди фигур музыкальной индустрии есть те, кто посвятил ей всю жизнь, приложил руку к созданию мировой классики, но так и остался в тени своих произведений. Сид Рамин – один из очень небольшой группы музыкантов, имеющих все три высших американских награды – Грэмми, Эмми и Оскар. Автор одной из самых известных мелодий 20 века. Сидни Нортон Рамин с раннего детства дружил с Леонардом Бернстайном. Имя этого композитора и дирижера известно более широко. Вместе они учились в музыкальной школе, потом оттачивали мастерство в Гарвардском университете, затем оба переехали в Нью-Йорк. Там Рамин начал работать композитором и аранжировщиком в знаменитой звукозаписывающей компании RCA. Бернстайн прошел путь от ассистента до главного дирижера Нью-Йоркского филармонического оркестра и в 1957 году пригласил друга детства заняться оркестровкой только что написанного мюзикла «Вестсайдская история». За эту работу Рамин был удостоен сразу двух высших наград – Грэмми за лучшую аранжировку и Оскар за лучший саундтрек к фильму по мотивам мюзикла. После «Вестсайдской истории» Сид Рамин стал своим человеком на Бродвее. Его аранжировки украсили множество мюзиклов. С начала 60-х Рамин много работал на телевидении, являясь музыкальным директором, а также писал запоминающиеся рекламные джинглы. Именно рекламный джингл стал началом другой истории. Уже не «Вестсайдской», а песни с незамысловатым названием «Музыка для девочек». Изначально это действительно была музыка. В 1966-м компания Pepsi заказала Рамину мелодию для рекламы своего нового напитка – диетической пепси-колы. И Сид написал. И мелодия эта буквально взорвала музыкальный мир. Одновременно несколько записей сделали разные музыкальные группы. Самым ярким и популярным стало исполнение оркестра Боба Крю. Разумеется, такая удивительная музыка не могла оставаться бессловесной. Тони Виллона сочинил текст и песня с зажигательным названием «Музыка для девочек», точнее, «Музыка для показа девочек», начала свою успешную и долгую жизнь. Ее первым исполнителем стал неподражаемый Энди Уильямс. Which is the name of the game? Watch a guy, watch a dame on any street in town. Up and down, and over and across, romance's boss. Guys talk, girl talk, it happens everywhere. Eyes watch, girls walk with tender loving care. В течение 67 года песня как вирус распространилась по планете, и повсюду делали переводы текста на местный язык. What's that sound? Each time you hear a loud collective sigh, they're making music to watch goes by. Автор песни со столь легкомысленным названием «Женат единожды» с 1949 года. Вторые полвека своей жизни один из самых титулованных аранжировщиков Америки Сид Рамин провел таким же честным тружеником музыкальной индустрии в тени своего единственного хита. It's keeping track of the pack, watching them, watching back to take the world around. Watch the sound, each time you hear a loud collective sigh. They're making music to watch girls